Приветствую, Михаил. Сейчас мы отдаем в упаковку Avlos модели Agora. Он вот в этом жестком футляре. И перед отправкой я бы хотел его на этом видео продемонстрировать. Он состоит из двух игровых грифов. Нижнего он потолще. У него три пальцевых отверстия, которые играют ноты си, до, ре, ми. И верхнего он потоньше, у него 4 пальцевых отверстия, и он играет ноты ми, фа, диез, соль, ля, си. Для звукоизвлечения мы погружаем трости в рот, губы наши вот на этом пируэте находятся. Вот. И дуем, и обязательно ничем внутри рта не касаемся тростей, особенно язычков, не слюнявим. Это очень важно для хорошего звука. Вот, и дуем. Такой инструмент играть не наиграться, полагаю, вы подружитесь. Обязательно надо тщательно, многократно изучить мое обучающее видео по тростям. Это очень важный опыт, без которого, скорее всего, дружба с инструментом не пойдет. Трости – это очень тонкий, сложный механизм. На вид это, конечно, какие-то простые кусочки тростника. На самом деле нет, это ювелирные истории, работая с которыми надо учиться, на это требуется время и теоретические знания, которые я даю в своем обучающем видео. Также надо трости беречь от сухого воздуха. Лучшая влажность и для тростей, и для нашей кожи – это от 50 и выше процентов. На этом все. Сообщите, когда получите инструмент. Всех благ!